23 февраля в 13:34 на пульт единой диспетчерской службы 01 поступило сообщение о возгорании автомашины по проспекту Нефтяников. На место происшествия прибыл дежурный караул пожарной части 88. Было установлено, что горит автомашина ВАЗ-2112. В результате возгорания автомашина выгорела полностью, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.